Начнем с хоккея. Тренерский штаб Андрея Мартемьянова в Сибири постепенно наполняется специалистами. На прошлой неделе клуб объявил о уходе 5 наставников, по сути, всего прежнего штаба, кроме Андрея Тарасенко. Теперь же стали известны имена 2 новых тренеров. Первым представленным наставником стал Виталий Утюшов, хорошо знакомый любителям хоккея по выступлениям в КХЛ и сборной России. 41-летний Утюшов завершил карьеру игрока лишь в прошлом году. Хоккеист защищал цвета таких клубов, как «Металлург», «Салават Юлаев», «Амур», «Нефтехимик», «Трактор» и «Атлант». Главные достижения Виталия в качестве игрока связаны со сборной России. В ее составе он выигрывал золото чемпионата мира, а также 2 раза становился призером турнира. Следующим тренерский штаб пополнил Евгений Шалдыбин, тренер по физподготовке. 45-летний воспитанник новосибирского хоккея завершил игровую карьеру еще в 2014-м, успев поиграть в общей сложности в 18 клубах в 7 лигах, в том числе и за океаном. В качестве тренера молодой наставник работал в КХЛ, в Амуре и автомобилисте, как раз в штабе Андрея Мартемьянова.